Адам Петрович, я вас познакомлю разом. Вот, приятель мой, рекомендую вам Арбенин. Я вас знаю. Видал я много юношей, надежд и чувств полных, счастливых невест, науки жизни пламенных душою, которой прежде цель была одна – любовь. Они погибли быстро предо мной, и вот мне суждено увидеть это вновь. Послушайте, сегодня я узнала, что вы жене Арбенина неосторожно писали. По словам молвы, она вас любит. Забудьте обо всем. Отдайте ей браслет. Где твой другой браслет? Потерян. О боже, ну чего ж ты хочешь? Вместе. Теперь он мой. Конец игре. Приличий тут уж нет. Вы шулер и подлец. Я расскажу везде поступок ваш каков. Я вас заставлю драться. Ты окружил ее забавами и лестью, чтоб ею обладать. Пожертвовал ты все. Да в вас нет ничего святого. Вы человек или демон? Я знаю, кто вы были.